Я просто хотела жить обычной жизнью. Но если родилась в мире криминала, однажды он до тебя дотянется. Я найду того, кто это сделал. Париж – город преступников. В бизнесе 6 мафиозных семей. Но у преступников есть свой шериф. Это Фурия. Знаешь, что твой отец присвоил деньги мафии? Я не убивала твоего отца. Фурия рождена из крови и свинца. Но с тех пор, благодаря ей, мир криминала не воевал. До сегодняшнего дня. Тебе конец, Сельма. Намасте, придурок. Не хочешь жить обычной жизнью, тем более с копом. Понимаю. Когда идешь к человеку домой, надо что-нибудь принести. Фурии не рождаются. Ей становятся. Что она тут делает? Я на нее работаю. До встречи с Сельмой я была обычной девчонкой. Готовьтесь, крестные отцы. Все узнают правду. Он думает, мы все забрали. И хочет все вернуть. Ей нельзя доверять. Хватит врать и рассказывать сказки. Скажи мне правду. Парижские фурии. Трейлер озвучен студией IndigoFilms.online.